Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наш реж режиссер Айдын Слепцов. А, тема сегодняшнего эфира – онлайн-школа здорового питания, причем бесплатная, что приятно. И в названии есть еще слово «Мамина школа». О том, почему «Мамина школа» мы узнаем у автора проекта, кандидата медицинских наук, врача-диетолога Республиканского центра… Общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасии Савиной. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. И сразу я с, прямо <с, с места в карьер спрошу: почему название вашей школы мамина? Да, как вы сказали, при нашем центре с прошлого года работает онлайн школа здорового питания для населения республики. И в этом году мы открыли, открыли новый проект. Это «Мамина школа здорового питания. Ну, это связано с тем, что, во-первых, этот год обозначен главой республики как год матери. И поэтому, чтобы ну, уделить внимание, наверное, да, здоровью матери, состоянию матери, мы открыли эту школу где будем рассказывать о питании беременной женщины, о питании кормящей матери и также о питании детей различных возрастных групп. Как показал опрос, эта тема тоже сильно волнует родителей матерей, и она тоже очень актуальна. А так как питание беременной и кормящей мам она ничем не отличается от здорового питания, то понятно, что все вот эти принципы здорового питания, они должны соблюдаться и при беременности, и при кормлении а, значит, ребеночка грудным молоком. Но в этой школе могут ведь обучаться не только мамы, не только те, кто стал мамой, да, но и обычные люди, и мужчины, и женщины. Да, в онлайн-школе здорового питания записаны 4 видеоурока. Они размещены в YouTube-канале нашего центра, Республиканского центра общественного здоровья, и предназначены для всего населения нашей республики. Ну, возрастной ценз, наверное, 10+. Там все очень популярно объясняется. Школа состоит из четырех уроков. Первый урок полностью посвящен природным законам питания, чтобы было понимание питания, почему так надо питаться, почему по-другому нельзя питаться. Ну, допустим, почему надо, чтобы рацион был разнообразный, да, почему надо расширять свою вот пищевую базу. Для того, чтобы знать запросы своего тела. Ведь, наверное, многие замечали, что иногда возникает какое-то дикое желание съесть какой-то определенный продукт, ну вот хочется, допустим, клубники зимой, или там хочется, допустим, сала вдруг. Да? Это вот называется запрос тела. И он возникает не просто так, а возникает потому, что именно в этот самый момент организму не... необходимы какие-то определенные микроэлементы, витамины, а, возможно, недостаточно жиров в организме или недостаточно белков для для полноценной жизнедеятельности. И поэтому мы постоянно должны расширять свою пищевую базу. Или, допустим, для северян, для нас очень актуально природный закон широтности и высотности питания. Мы живем в таком регионе, где наш воздух, скажем так, имеет низкую концентрацию кислорода чем, допустим, в Центральной России. Да? Зимой у нас воздух вымораживается, летом у нас пересушивается воздух, также у нас в помещениях тоже пересушенный воздух. И требуется гораздо больше, наверное, усилий организма, чтобы усвоить достаточное количество кислорода. А для этого нужно, чтобы в рационе были постоянно полезные жиры. И если и белки, и если их будет дефицит, то, соответственно, наш организм будет испытывать кислородное голодание, гипоксию, хроническую гипоксию, что проявляется а, синдромом утомляемости, да, когда нет энергии, когда быстро устаем, когда после обеда хочется спать, с, утром с трудом просыпаемся. И Но вот, когда такие происходят, состояние выручает кофе. Да, это стимулятор, это кофеин. Это да. нормально, это будет а, здоровое питание. Ну, э, чашечка э, кофе с утра в первой половине дня не вредит здоровью. Плохо, когда в кофе добавляется, скажем так, энное количество сахара. Да. А молоко, если? Да, можно добавлять молоко, но люди, как показывает опыт, любят все-таки сахаром кофе пить. Вот. Это уже, как говорится, уже совершенно другой вопрос. И ну, ученые доказали, что чашечка кофе такого природного, зернового кофе нерастворимого. Не да? С утра бодрит действительно из-за кофеина. Кофе ⁇ это природный продукт, он тоже содержит, в принципе, питательные вещества, которые, ну, в общем-то, полезны. Но когда мы их пьем 10 чашечек, особенно во второй половине, особенно вечером, чтобы не уснуть, то, конечно, это рано или поздно приводит к ну, таким печальным. Последствия. Ваша школа наверняка, она, цель ее это сформировать здоровые привычки. А куда девать нездоровые привычки? Они ведь сильнее, они годами в нас настаивались и, возможно, даже имеют какую-то генетическую историю. Там, когда вот вы про жиры говорите, да, понятно, что их добывать нужно из мяса, из мяса белок, и жиры из рыбы. Да? Но вот всегда же так хочется с корочкой там, поджарить рыбку да, там, или поджарить курицу. И вот с курицы вот эту вот саму шкурку тоже как-то не хочется сдирать. Наверняка это вредно, потому что это кожа, да, ну и на коже там все это, насколько быстро может человек перестроиться, пройдя обучение в вашей школе, и вот э, такие какие-то вот вредные привычки оставить в той жизни, а приобрести, э, не знаю, там любовь к продуктам, которые готовятся на пару без поджарки. Да, в этом и цель школы здорового питания, чтобы пришло понимание питания, да? почему надо так питаться, а не по-другому, как устроена природа нашего пищеварения, знать основные принципы здорового питания. Когда приходит понимание... И когда человек еще овладевает технологиями здорового питания, ему уже легче перестроиться. Ну как вырабатывается любая привычка? Как вредная, так и здоровая. Любая привычка вырабатывается, когда мы делаем это постоянно, систематично, изо дня в день, в течение определенного времени. И вот ученые доказали, что примерный этот срок, он, конечно, у всех разный, но в среднем это составляет один месяц. Всего лишь так быстро? Да, всего-то один месяц надо э, целенаправленно, систематически делать одно и то же. Одно и то же нацеленно, да. И когда есть понимание питания, в принципе, это делать несложно. И что интересно, когда люди переходят на здоровое питание, у них очищаются вкусовые рецепторы. И они совершенно по-другому начинают воспринимать продукты питания, природные продукты питания. Они уже им не кажутся такими невкусными, как было ранее. Они открывают совершенно новый вкус вроде бы знакомых продуктов. Это и есть, скажем так, такой приятный положительный бонус от здорового питания. Может быть, мы расскажем, как вот выглядит тарелка здорового питания, например, если это завтрак, там обед или ужин. Потому что вот, э, мы все знаем, да, что там лучше ужин какой-то легкий, но приходишь вечером домой, если там весь день отработал, и ты, конечно, не удержишься, если есть там домашняя еда, и ты в любом случае, ну, ты я, в любом да. случае съешь больше, чем, например, ты ел в обед там, или на завтрак, хотя там ужин отдай врагу. Да? да, да, да. И я вам открою секрет, как удержаться от вечерного, вечернего жора. Да? А, дело в том, что когда мы полноценно не завтракаем, а когда у нас нет полноценного обеда, или мы пропускаем или завтрак, или обед, а когда мы, наше тело должно набираться энергии да, для нашей жизнедеятельности, вечером нападает жор потому что организм это нужны все равно, энергия нужна, э, питательные вещества нужны, и мы, конечно, накидываемся, э, накидываемся на все, что лежит на столе и что в холодильник еще. Вот. поэтому э, надо взять за правило, завтракать обязательно. И как раз завтрак и может быть очень плотным, сытным, с кашей, с хлебом, бутербродом, там, со сливочным маслом, сыром с любимыми сливками и так далее. А, ну обед обычно комплексный. Ну что касается э, правила э, тарелки здоровой тарелки, то это та технология, которую мы очень хорошо вот, учим и в школе здорового питания и потом на марафоне а, половина тарелки всегда должна быть заполнена а, клетчаткой, да, пищевыми волокнами, которые содержатся а, в зелени и в овощах. Ну и чаще всего это салат. Половина тарелки – это салат. А оставшуюся половину делим пополам. И одна четвертая – это должен быть белковый продукт. Это может быть мясо, курица, рыба, морепродукты или яйцо. Любой белковый продукт. И оставшаяся вторая четвертая – это гарнир. А, гарнир, э, состоящий из углеводов, клетчатки, это крупы могут быть, гречка, перловка, там булгур, или же это могут быть овощи крахмалистые, да, допустим, картошка, тоже картофельное пюре или отварная картошка. Вот, это и есть правило тарелки. Почему? Здесь присутствуют и белки. В белках есть жиры, то есть в мясных продуктах всегда есть жиры. Да? Потом это салат, который мы заправляем нерафинированным растительным маслом. Это клетчатка плюс растительные жиры. Тоже очень полезны для нашего организма. И это гарнир. Это тоже растительный белок, это тоже клетчатка, необходимая для нашего кишечника. И тогда у нас будет рацион сбалансированный и по белкам, и по жирам, и по углеводам. А супы как же вот горяченького похлебать в обед? Ну супы, да, супы мы очень любим, поэтому супы и в обед можно, и на ужин можно. А, ну что такое суп? Суп это те же овощи, да, тоже мясо, ну и много воды, скажем так. Вот, поэтому супы можно для насыщения они должны быть а, такие более плотные, и мы рекомендуем делать супы пюре, допустим, да, чечевичный суп очень вкусный гороховый суп тоже очень вкусный чтобы по плотности по питательной плотности человек мог насытиться таким супом ну и плюс салат конечно о том, какие продукты еще полезны и как правильно формировать привычки здорового питания или здоровые привычки, мы продолжим говорить буквально через две минуты после короткой рекламы. И еще, я думаю, обязательно поговорим о том, сколько воды нужно выпивать в течение дня и как правильно рассчитать именно свое количество воды. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, дорогие зрители и слушатели. Скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, мы говорим о проекте онлайн школы здорового питания «Школа бесплатная». И в нашей студии автор этого проекта, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Савина. Мы продолжаем говорить о том, как правильно питаться и кроме продуктов, обязательно должна быть в рационе вода. Как правильно рассчитать свой объем воды, потому что вот это вот ходовое там, 3 литра в день, я думаю, что не каждому, наверное, человеку подходит. Все мы разные комплекции и... Не каждый с утра может выпить, вот, например, стакан воды. Мне кажется, это не всегда так просто. И должна ли вода быть теплой или комнатной температуры достаточно? Да, питьевой режим очень важен для нас, Многие, многие об этом забывают, к сожалению. Мы же состоим из воды. Вода в клетках, внутри вода, между клетками. И только в присутствии воды происходят все обменные процессы в нашем организме. Что происходит, если человек пьет мало воды? Происходит обезвоживание организма. Так, происходит обезвоживание организма, и человек начинает испытывать, скажем так, различные такие негативные состояния, как головная боль, раздражительность, волнение, головокружение может быть, тяжесть в ногах, икры сводит судорогой. Еще может быть запах Аниме. изо рта, да, то есть признаков обезвоживания на самом деле много, а не только жажда и сухость во рту, вот. И когда не хватает воды в организме, организм начинает задерживать воду, потому что, ну как же ему же надо вот эти все обменные процессы запускать, все-таки мы еще живые существа, и обмен веществ он может быть не очень правильно, но он все равно идет, идет задержка воды, мы начинаем отекать. И да, это даже бывает видно невооруженным э, взглядом. Да? Допустим, остаются отпечатки, там резинок от носков. Э, или там с утра мы проснулись, и у нас веки заплывшие, или кольца не можем одеть. Вот, идет задержка воды. Поэтому, конечно, существует свой режим питьевого режима. Это с утра стакан или два стакана теплой воды. Стакан можно вот такой. Да, стакан имеется в виду, вот это вот 200 миллилитров, это стакан, э, стакан воды. Почему? Потому что та ночная моча, которая у нас собирается, эта жидкость уходит из кровеносного русла. Таким образом, в кровеносном русле кровь становится очень вязкой. И раз вязкая кровь, это повышается риск тромбообразования. И чтобы вот это ликвидировать, с утра обязательно надо выпить два стакана теплой водички, чтобы побыстрее восполнить объем циркулирующей крови и ну, восстановить текучесть крови. А почему теплая? Ну, теплая вода, во-первых, для температуры тела, вот теплая вода или комнатная температура, она моментально будет всасываться в кровеносное русло. Не нужно будет ее, как говорится, какие-то лишние какие-то лишние, скажем так, процессы запускать, чтобы ее довести вот до нужной температуры и так далее. Далее стакан воды перед едой за 30 минут. Ну Иногда говорят, трудно угадать, когда мы будем кушать, но каждый человек понимает, что вот через 5 минут он будет кушать. Значит, надо выпить воду, а потом уже приступать к трапезе. Также пить воду через час, полтора-два после приема пищи чаще всего это возникает как бы чувство голода, да, которое мы воспринимаем, то есть возникает жажда, которую мы воспринимаем как чувство голода. Чай же не считается, чай можно, может быть включен вот там в обед и завтрак. Или это тоже считается? Да, пока мы говорим о чистой воде. Uh -huh. вы, вы говорили про объем воды. Да, uh -huh. объем воды это 30 мл на идеальный вес. Я имею в виду, что там, когда ты, допустим, пообедал или позавтракал, все равно же в конце ты пьешь чай или да. кофе. Да. Это, это ничего. После да. этого уже два часа. Я, я как раз хотела сказать, что с пищей, с пищей и когда мы пьем чай во время еды, мы где-то получаем ну полтора литра, полтора литра воды в день жидкости получаем так и так, да. Но так как мы теряем то больше жидкости. Мы, северяне, когда дышим, это наша особенность оригинальная, когда мы дышим, мы теряем полтора литра воды. Вместо 0,5, допустим, в Центральной России. Кожа наша тоже дышит, даже когда мы не потеем, мы теряем пол-литра воды. Когда в спортзале потеем, мы теряем и литр, и более. Да? А с мочой теряем примерно литр-полтора. И получается, ежедневно мы теряем, сами того не замечая, 4 литра воды полтора где-то литра восполняем, когда пьем чай, кушаем другую еду, а остальные, остальной объем мы должны восполнять именно чистой водой. Это из-за что у нас расч... такой воздух. Да, из-за того, что мы живем на севере, это особенность нашего региона, что мы теряем очень много жидкости, и нам постоянно надо восполнять эти потери. Расчет 40 мл на килограмм идеального веса. То есть берем рост в сантиметрах минус 100, это как бы наш идеальный вес и умножаем на 40 миллилитров. Воду мы должны пить равномерно распределив в течение дня. ну э, Желательно основную массу до 5 часов вечера. И на вечер оставить 1-2 стакана воды. Вот. и мы рассказали про завтрак и про обед, и вот еще тарелка, которая должна быть на ужин. И ага. а, за кулисами за кулисами мы пообщались, что ужин должен быть не позднее 18 часов, но это очень трудно сделать. На самом деле ужин должен быть э, за 2-3 часа до сна. Но по режиму, по тем биологическим ритмам нашим, да, сон все-таки рекомендуется отходить ко сну рекомендуется промежутка от 10 до 11 часов вечера. Значит, предполагаем, ужин должен быть не позднее 8 часов вечера. Да? Но при этом ужин должен быть легкий. И вот, как раз из тарелки, здоровые тарелки, как раз можно убирать гарнир и оставить только белковый продукт и побольше уже не одна половина тарелки будет, а больше, чем половина тарелки салата или овощей запеченных. Вот это будет считаться легким ужином. И как раз за два часа спокойно вот такой ужин покинет желудок. И у нас начнут вырабатываться нужные гормоны. Это гормон сна и гормон роста, который вырабатывается вечером, максимально в ночное время, когда мы спим. Это время от 10 часов вечера до 2-3 часов ночи. Только когда мы спим, они вырабатываются в достаточном количестве. Вот почему надо засыпать именно вот в это время. Сейчас не секрет, что продукты подорожали. Так, да? конечно, все хорошо, и рыба, и мясо, и овощи, и фрукты. Но я думаю, что не абсолютно всем это доступно каждый день так питаться. Есть ли какие-то варианты? Если провести ревизию своей продуктовой корзины, то можно убедиться, что здоровое питание, оно не дороже обойдется. Почему? Да, возможно, мясо, рыба дороже, чем, допустим, сосиска, там, колбаса, возможно, дороже. Но мы ведь покупаем что еще? Печенюшки покупаем. Конфеты, варенье, повидло, кондитерские магазинные изделия, пирожные тортики. Вот за счет этого как бы выравнивается цена. При здоровом питании как раз вот этих кондитерских изделий должно быть минимум, и как раз затраты на них уменьшаются в разы. И те освободившиеся деньги мы спокойно можем как раз, на них спокойно можем покупать мясные продукты, молочные продукты, яйца. Перед нашим эфиром я собрала вопросы от потенциальных зрителей и слушателей. И среди них есть вопрос про интервальное голодание, которое уже давно очень популярно и много хороших отзывов. Расскажите, пожалуйста, о том, всем ли оно так полезно и что происходит вот в те часы, когда человек не ест. Я знаю, что есть 12, 14, 16, 18 часов, которые нужно выдерживать без еды. Да, но интервальное голодание – это голодание, в общем-то, условное, да. Просто здесь в определенный промежуток времени человек не кушает. Но смотрите, при здоровом питании, когда мы рекомендуем кушать за 2-3 часа до сна, допустим, вот ужин 7 часов вечера, и завтрак будет 8 часов утра, здесь уже промежуток будет 13-14 часов голода, и это нормально. Это тоже есть а, то же самое интервальное голодание. А, что же происходит в это время, когда мы не кушаем? Во-первых, желудок освобождается от пищи. А, в тонком кишечнике все питательные вещества полностью значит, проникают в кровеносные русла, разносятся по всему организму. И в тонком кишечнике остаются непереваренные остатки пищи. И поэтому наш организм обязательно делает генеральную уборку, пропуская через тонкий кишечник воду. воду. И в течение вообще суток вот через тонкий кишечник пропускается до 10 литров воды. Вот представьте, да, именно для очищения кишечника тонкого. Далее эта вода значит, прочищается, остатки пищи они проникают уже в толстую кишку. Это непереваренные значит, еда, это пищевые волокна. Мы их действительно не перевариваем, у нас нет ферментов, но их очень хорошо переваривают наши микроорганизмы, которые живут в толстом кишечнике. Вот. И они, это корм для них, для наших микроорганизмов, полезных микроорганизмов. И они ими питаются, вырабатывают очень нужные вещества для нашего организма, в том числе и витамины. Вот. И что еще происходит ночью? Ночью происходит в желудочно-кишечном тракте образование более 30 гормонов и гормоноподобных веществ. И они образуются Лучше и в большем объеме в том случае, если кишечник здоров, если он уже освободился, скажем так, от еды, он уже очистился, да, и в это время начинает вырабатываться. 95% серотонина, его называют гормоном радости, гормоном счастья, вырабатываются в кишечнике. И если кишечник здоров, то, соответственно, и... Настроение у нас хорошее, мы ощущаем полноту жизни. А если у нас проблемы с кишечником, то недалеко и до депрессии. Ну и иммунитет большего процента тоже в кишечнике. Да, 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 да. да. В кишечнике до 60% иммунных тканей, которые вырабатывают иммунные клетки. Поэтому говорят, что иммунитет у нас в основном представлен кишечником. Это правильное выражение и получить вот такую полезную информацию можно в вашей онлайн-школе бесплатно. И сейчас вас можно найти в телег... телеграм-канале о том, как вас найти и э, какой из уроков смотреть первым. Мы продолжим рассказывать в третьем блоке, поэтому, дорогие слушатели и зрители, не переключайтесь. Скоро вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем в нашей студии гости, диетолог Анастасия Савина. Мы говорим о том, как правильно питаться. За время рекламы я узнала, что э, можно дорогую рыбу не покупать. <laughs> можно купить рыбу недорогую. сельти скумбрия, минтай, э, камбала чем мельче, тем лучше. Да. И вопрос есть еще от нашего слушателя: почему все так против колбасы? Дело в том, что Все диетологи я имею в виду. Да, да, все диетологи мы об этом говорим, потому что проведены исследования, где доказано, что переработанное мясо то есть мясо, которое прошло переработку, да, это колбасы, сосиски, беконы, ветчина, там, буженина, копчености все, они вызывают в разы, повышают в разы риск развития онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. И Всемирная организация здравоохранения так и говорит, употребление 50 граммов переработанного мяса в день это одна сосиска в день повышает этот риск ну в разы и поэтому конечно раньше же мы не не знали такого огромного во первых не знали во вторых и, и не употребляли такое огромное количество переработанного мяса и это буквально вот наверное нововведение последних 50 лет да вот, и поэтому, конечно, мы сейчас уже видим результаты. Онкология э, занимает э, второе место по смертности, по, причи, по причине смер, э, причин смертности э, вообще населения э, нашей России. Ну и кто ж наест одной сосиской? Конечно, мы, если сосиски, то мы привыкли, в принципе... Не одной. Не одну, а две и три. и, это очень и, вкусно. Сейчас да, это да выбор большой. Да, и копчености и вкусные. Поэтому, когда вот человек проходит обучение в школе здорового питания, он начинает понимать. Он начинает понимать, понимание питания приходит, и ему уже легче отказаться. Он понимает, что он уже вредит Сознательно, получается, понимая все, вредит своему здоровью. Ему легче вырабатывать уже полезные привычки допустим, кушать тоже мясо. Причем нам повезло, в нашем регионе есть свое местное производство та же самая наша жеребятина Она обладает целебными свойствами, содержит большое количество омега-3, потому что и коровушки наши, и жеребята пасутся на лугах. Травяного от корма пока еще так, пока нам еще повезло. Поэтому если кушать мясо, то желательно, конечно, мясное мясо. В общем, колбасу, сосиски замените мясом, пусть даже в меньшем количестве его есть. Рыбу можно недорогую Да, меньше, и тем, много мяса тем лучше. Нет. Картошка как? Картошка очень хороший продукт, очень хороший продукт. Это же овощ содержит клетчатку, содержит очень много минеральных веществ, витаминов. Но картошку лучше кушать в отварном виде, в мундире или в запеченном виде. почему? Потому что когда мы из картошки делаем картофельное пюре, ну конечно вкусное, мы повышаем его гликемический индекс, повышаем его калорийность в полтора раза. Да? И поэтому, у кого есть проблемы с лишним весом, то картошку два раза в неделю почему бы не кушать. И не жареную, а отварную в мундире, в запеченном виде. Пожалуйста. Еще вот омега-3. Советую это настоятельно как бы, добавлять себе витаминов. Вот при таком рационе нужно ли э, дополнительно из аптеки покупать вот эти вот, как правильно, это витамин же, да? Ну, это жиры. Да. Как БАД-БАД, да? Да, это угу. БАДы. Это БАДы, биологически активная добавка. А если вы на здоровом питании и два раза в неделю вы кушаете рыбу, морскую рыбу, то необходимости дополнительной в омега-3 нет. Так. Но если вы вообще не сторонник рыбы, то, конечно, рекомендуем покупать в аптеке омега-3 в дозировке не меньше 1000 мг и употреблять по капсуле в день. Я вот это все по вопросам наших зрителей и слушателей. И пройдя вашу школу или проходя школу здорового питания, кстати, повторюсь, что школа бесплатна, найти и пройти ее можно в Телеграм, адрес, вот вы тоже, пожалуйста, сообщите нашим слушателям и зрителям, необходима ли физическая нагрузка? Физическая нагрузка обязательно. Да, именно, но, но не, не физическая нагрузка в виде тренировок там, в спортзале, в фит, фитнес-залах и так далее, а физическая активность вот она всем обязательна. Это, это люб, любая активность. Это может быть ходьба по лестнице. Живете 16 этажей дом, пожалуйста, ходите пешком туда-обратно. Это может быть ходьба до работы. Да, пешком 30 минут. Желательно 30 минут. И Всемирная организация здравоохранения говорит, что если человек ежедневно будет ходить 30 минут, то это намного эффективнее, чем три чем проведенных дня в спортзале в неделю. Даже можно дома же засечь время в проветренной комнате, просто, просто ходить на месте, да? да можно ходить на месте, можно велотренажер купить, можно делать любую гимнастику, зарядку, любое движение, любое движение. Вот ничего сложного, но столько лени, что вот так отважится на это все. <laughs> как ваша школа вот избавляет от да, лени. Да, потому что все работает в комплексе. Вода, питание, движение, сон, да, и управление стрессом, это все работает в комплексе. Когда все в комплексе, то и эффективность выше. А вот школа месяц длится, да, ваша. Там вообще четыре урока. С какого лучшего урока начать? И какие хорошие результаты, которыми вы гордитесь ваших подопечных? А, ну, школа — это онлайн, поэтому в свободном доступе каждый в своем режиме может просмотреть эти четыре урока. Они прямо так и обозначены. Урок номер один, урок номер два, урок три, четыре. А, для тех, кто, кому недостаточно этих теоретических знаний, они заходят на марафон. Марафон формирования здоровых пищевых привычек, путь к здоровью, стройности, красоте. А, это онлайн-марафон. Собирается группа примерно 30 человек и мы уже там притворяем жизнь все, что узнали о здоровом питании. Я, я уже там даю технологии, да, как надо готовить, как надо питаться, как надо, значит, сочетать продукты, в какое время, в каком количестве. И сопровождаю эту группу ежедневно. И участники марафона, они мне отчитываются ежедневно отправляют фото своего рациона, где я даю оценку и делаю замечания, поправки и так далее. Марафон длится один месяц. Один месяц, ежедневно, ежемесячно начало в начале месяца. Да, я неверно сказала, марафон длится месяц, а школу можно вообще пройти за один день, потому что там четыре урока по 30 минут, которые да. в общем-то человек да. может осилить и в течение одного дня и напитать себя вот такой полезной Знаниями. информацией. Знаниями. Какие самые вот такие рекорды ставили ваши подопечные? Вот кто на сколько килограммов, допустим, похудел или как-то изменил свою жизнь и как потом долго эти привычки остаются с теми, кто прошел этот марафон? Дело в том, что есть такой положительный бонус, те, кто попали ко мне на марафон, они уже остаются со мной навсегда. Потому что эти группы я сохраняю, из этих групп я не выхожу, и я по желанию продолжаю их вести дальше. Да? Поэтому там они могут задавать мне вопросы. Ну, сами... Мы там не добиваемся именно вот лучших результатов по снижению объемов или килограммов. Физиологичное похудение – это 500 граммов, ну, от 500 до полутора килограммов в неделю. Ну и понятно, самый лучший результат у нас 5-6 килограмм был, когда сбрасывали за один месяц. Вот. На марафоне не только люди с лишним весом и с ожирением. Есть люди, у которых, которые хотят вот именно правильно питаться, хотят перевести свою семью на правильное питание. И при этом они замечают, для них бывает открытием, как у них меняется композит тела они, тело у них подтягивается, появляются мышцы, появляется красота, скажем так, энергия, сила. Всему бывают они приятно удивлены. Поэтому на марафон приглашаем мы всех без ограничений по возрасту, по массе тела, по полу. Абсолютно для всех открыта эта платформа. А скажите, пожалуйста, как вас найти в телеграм-канале или в Ватсапе? А угу. есть телеграм-канал э, Школа здорового питания ЕКТ». Можете набрать, и там как раз появлюсь я. Там как раз мой портрет. А, это тоже своеобразное продолжение школы здорового питания. Я там продолжаю уже более детально раскрывать те основные моменты, э, которые были озвучены вот на видео уроках школы. Поэтому заходите, последовательно проходите. И есть ведь очень дисциплинированные люди, которым вот не хватает знаний. И я вот тоже вижу, телеграм-канал позволяет мне еще иметь обратную связь от своих подписчиков. И я вижу, что некоторая часть так и делает. Буквально идет пошагово. Вот шаги даю. Сначала то, третье, четвертое, пятое. И в принципе довольна результатом. А вам зачем это нужно? Вы столько знаний отдаете и бесплатно еще с эти группы ведете, это же огромная нагрузка. Нет, но ну, на самом деле я действительно с 2008 года занимаюсь пропагандой здорового образа жизни. Но с прошлого года это моя работа, Моя работа меня как раз вот с моими проектами взяли э, на работу в центр э, республиканский центр общественного здоровья для тиражирования своего, моего опыта, понимаете, да, для того чтобы охватить большее количество людей. Практически я, все население. Я надеюсь, сегодня мы кому-то помогли полезными советами. И, возможно, кто-то именно сегодня, я надеюсь, я буду из их числа, задумается о правильных привычках. Я нашим слушателям и зрителям напомню, что в нашей студии э, была автор проекта ⁇ Онлайн школа здорового питания ⁇ бесплатная школа, врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Савина. Спасибо вам большое за ту информацию, которую вы сегодня поделились с нами, слушателям и зрителям. Спасибо за внимание и всем хорошего вечера.